the Lambo and go drive it like it's stolen. I've been living wild, I'm just going through the motions. Stumbling out the Uber, grab my hand, gave me a notion. Swimming in your water, but it feels just like the ocean. I can't lie, I really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, pull you down till you dry. All the time, he's my mind. All the time, he's my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. Сейчас у нас идут подготовительные работы, и, как видите, это площадка, которая позволит нам выполнить монтаж. Очень хорошо, что мы в комбинации с нашими партнерами, коллегами, которые занимаются ремонтом и строительством на этом объекте, мы скоординировали свои задачи. Как видим, уже металл-каркас сварен. Мы в цеху у себя порезали влагостойкую плиту. Нам пришлось купить ее достаточно, ну, немалое количество, чтобы укрыть всю эту площадь. Мы сварили также пирамиду, которая на колесах. Это пирамида, на которую мы будем принимать пакеты. Потом пирамида разборная, которую в разобранном виде мы подняли через лифт. Собственно говоря, все, что здесь находится, пирамида, манипулятор, еще одна пирамида, мы все это подняли через лифт. 21 этаж, друзья. И, соответственно, на эту пирамиду мы будем выгружать стеклопакеты. Там стрела, поднимаем, грузим на пирамиду с колесами, передвигаем, снимаем манипулятором стеклопакет, устанавливаем на пирамиду. Это агрегат, который мы изготовили специально для этого объекта. Перед этим мы пользовались нашими коллегами, он немножко имел другую форму. Чем отличался тот, которым мы пользовались раньше, он был не разборной, у него была намного больше высота, 3,5 метра, а сейчас мы изготовили специальный манипулятор ручной именно для этого объекта. Здесь у нас высота 2700 от пола до плиты перекрытия, поэтому манипулятор должен беспрепятственно подъезжать. Ну, собственно говоря, вот такая техника. Этой техникой мы будем разгружать стеклопакеты и монтировать. Сейчас ребята нагружают, как видите. Все достаточно банально просто. По 25 килограмм мешки, это противовес. То есть у нас впереди будет висеть пакет 500 килограмм. Это максимальный вес, который будет на этом объекте. И, соответственно, здесь должен быть противовес. Ну, сейчас мы нагрузим 500, может быть, где-то 600 килограмм. Так, сейчас ребята устанавливают вот такую штуковину, и как раз ей мы будем поднимать все стеклопакеты. У нас сталь на, ну, больше тонны веса поднимает. Саш, на сколько килограмм? Тысяча. А, тонна. Не тысяча, соврал. Не больше тонны, соврал. Все-таки на тонну веса мы уже монтировали стеклопакеты, которые имели вес больше 300 килограмм. Ну, сегодня у нас будет 500. Друзья, ну, на самом деле это достаточно непростая работа, потому что объект находится на крыше дома, и одно дело, когда ты это монтируешь на земле, а другое, когда это ты все делаешь, грубо говоря, в небе, да? То есть поднял все на крышу, это же достаточно сложная работа, опасная работа. И, кстати, ребята сейчас тоже переживают за то, что там очень большой ветер за бортом, и стеклопакет будет все-таки, ну, как бы болтать немножко. Поэтому посмотрим, как это все пройдет. Вот такие стеклопакеты нам предстоит поднять на самую крышу. Вот вес этого стеклопакета 490 килограмм, если быть точными. Размеры фактически 3500 на 2710. Стеклопакет, кстати, состоит из двух стекол по 10 миллиметров. Мы специально заказывали это стекло в Люксембурге. И почему вообще мы пришли к этому решению? Потому как мы запросили самые высокие показатели по теплотехнике. И мы ждали больше месяца, пока специально изготовят стекло под этот проект. Ну вот оно уже здесь. Когда большой ветер, это большая парусность. Пакет просто может унести. Все-таки не шутки.
Так, ну, сейчас поднимаем второй стеклопакет. Первый мы уже сгрузили, вы видели, все прошло замечательно. И еще таких много. Ну, а самое главное и самое интересное в самом конце. Это будут радиальные стекла, гнутые стекла весом по 500 килограмм. Вот как мы их будем поднимать, ну, это будет сложно. Ну, посмотрим. Вот так, стеклопакет более 300 килограмм. Ну, второй пакетик приняли, зафиксировали опять струбцинкой, чтобы он не ушел. Ветер здесь достаточно сильный, но сегодня погодные условия хорошие. Кстати, перед этим мы все-таки прекратили работы, потому что очень сильный ветер был, и мы 5 дней ждали. Главная фишка этого всего, что при монтаже должны присутствовать сильные парни. Как видите, сейчас парни пытались пакетик подтянуть весом 350 килограмм. Check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city. Еще осталось 3, но у нас уже 6 часов вечера, 6 часов 20 минут. А начали мы всю эту манипуляцию в 8.30, да, где-то 8.30 утра. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what, add it up, add it up. Everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I'm a cop of farm, make a win. Спасибо за внимание. Пока.